Let me speak from my heart in English. Известно, НТВ Плюс вместе с Российским футбольным союзом, вместе с председателем Виталием Ильичем Мутко, они там что-то намутили в очередной раз. Ты снова криминалити. Это никакой не провал. Это объективный наш результат. Сегодня. Я совершенно спокойно уйду, но выиграет ли от этого спорт, я не знаю. No problem. There's no problem? No problem. It's a very good temp, it's open new stadium, no area. It's no problem. What about the criminality? It's no criminality. Я думаю, есть кому принять решение о моей отставке. Что касается моих личных восприятий, я, знаете, вам так скажу, если сегодня потребует такая комиссия отставки одного министра, завтра в другой области мы создадим какая-то другая, потребует отставки другой комиссии. Наверное, на это все и рассчитано.